Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимадзе, и сегодня мы наконец-то завершаем проходить GTA San Andreas. Наконец-то завершаем, это последняя серия, ребята, это последняя серия, последняя! Наконец-то. Наша банда теперь лидирует в Лос-Сантосе. И сегодня я хочу наконец-то расквитаться с этим Биг Смоуком за то, что тот развалил всю банду, подставил нас жестко. Мы выяснили, где он прячется, и сейчас мы поедем туда. End of the line. Эй, Свит! Как дела? Пришло время смог. Ладно, поехали. Братец Джонсон грохнут этого толстожопого. Ты уверен, что он в восточном Лос-Сантосе? Да, прямо на окраине Лос-Фороса. Какие-то старые дома и склад. Тогда считаешь, что он покойник. Эй, не могу поверить, что ты опять купил тачку с задом. Знаешь, добра тут не ищут. В этом случае. Наконец-то все подходит к концу, да? Да, братья Джонсон заканчивают расхлебывать дерьмо. Нервничаешь? Да, я тоже. Я тоже. Нервничаю. Где бы нам лучше подъехать? Блин, тут дороги нет нормальной. Так, тут, я надеюсь, тут нам разрешат проехать. Разрешат. Да блин, все стреляют по нам, ну как так-то, а? Вот это вот большое здание. Уезжайте с дороги немедленно. Слушай, я знаю, тебе тоже не терпится отомстить, но я пойду туда один. Что? Смоук использовал меня. Тейпи не использовал меня. Они из всех нас используют. Да, но ты прав. Я кинул свою семью, когда она больше всего во мне нуждалась. Я даже позволил умереть Брайану. Я хочу все исправить. Это месть за него, за маму. И за тебя, брат. Гроу-стрит, детка. Да, за Гроу-стрит. Эй. Если вдруг понадоблюсь, обращайся, конечно, ты всегда за меня. Дворец Крэга хорошо охраняется. Проникнуть внутрь можно только одним способом, через дверь. Но она заперта, и мы попробуем придется прорубить проход. Другого способа проникнуть туда нет. Не знаю, зачем мы взяли велик, но возьму, почему бы нет. Блин, вообще город с ума сходит. Ездят как попало, валят, крадут. Да, о, как раз таки бронированная машина здесь. Сейчас мы украдем ее. И прорубим проход. Блин, дебилы! Дебилы! Задолбали уже. Простите, мне очень нужен этот бронетранспортер. Уйдите с дороги. Странно, почему он только стреляет водой, а не какими-то там выстрелами нормальными. Стреляйте. Такую броневую машину вы не уничтожите. Так, придется проход прорубить, по-другому никак. Да, они тут проституток понанимали, я смотрю. Первый этаж, охрана. Да, знатные хоромы Биг Смоук себе отгрохал. О, что так неожиданно-то? Блин, тут и багасы тоже.
1980 патронов. Дохните, дохните, дохните все. Умрите, умрите все. О, еще один бронетранспортер. Жаль только, что нам он не понадобится нигде. А почему они по мне стреляют? Они что, продажные что ли все тоже? Или в краш работают? Хотя, как, хотя какой спецназ работает в краш? Это бред полнейший ведь. Блин, их очень много. Давай, дохни, дохни, тварь, блин. О! Неожиданно, прям так вообще. Для этого задания надо кучу пушек нагрузить. Раздобыть. Постараюсь эту миссию с первого раза пройти. Она длинная, ни в коем случае умирать мне нельзя. Вот в Android-версии, там, да, еще контрольные точки есть для сохранения, чтобы было легче проходить. Но здесь-то в ПК-версии нет. Второй этаж, нарколаборатория. Именно нарколаборатория, не просто лаборатория. Опа, рифовцы тоже здесь. Санфьера Рифа. Они тоже союзничают с ними. Воу, воу. Да блин, задолбал чихать уже. О, а чё мужики в трусах одни в одних стреляют по мне и в масках? В трусах и в масках. В трусах и в масках. Вот так я бы их называл. Так, давайте выстрелим сразу, чтобы она мне вреда не нанесла. Бочка это. Но тут есть и в масках, и в штанах, и... Нормальные вроде бы. Это русская мафия, кстати, по-моему, мне кажется. Хотя, может и нет, это может это просто ученые не из, из разных банд. Непонятно. Да дохните, твари. Еще один голый мужик. В трусах в одних. Блин, жалко. Блин, заперто. Жалко. Придется проникать с другой стороны. Блин. Ну, блин, хорошо Биг Смоук защитил себя, блин. Подходите, подходите. Сейчас я выстрелю по бочке, и вы тоже взорветесь. Ну, там сердечко, оно нам ничего не даст. Третий этаж, комнаты для балласов. Ну и на четвертом этаже апартаменты Биг Смоука. Так, здесь баллас. Русский тут тоже вроде бы есть. О, мне кажется, это не только для балласта комнаты. Тут и для вагасов, и для всех есть. О, с дробовиком опасно вообще. А где я броню взял? Что-то я не помню, что тут где-то броня. О, а это русский. Да, проституток по-любому нанимают. Не будем их трогать. Нифига, он даже памятник соорудил себе. Добился, значит, своего. Вот так вот, как он на памятнике выглядит, он в этой версии так выглядит. Да блин, русские, русские, везде. Да, вот, постреляем мы в него. Настоящего не смог еще. Блин. А вот где именно находится бронежилет? Здесь. Вот за дверью стреляют, я так понимаю. Здесь, да. Ну все, мы добрались. Эй, Смоук! Эй, Си-Джей, я тебя ждал. Как ты узнал, что это я?
Я знал, что это мой старый пёс, Си-Джей. Знал, что он придет, и мне как-то пофигу было вообще. Я пришел уничтожить твою толстую желтую задницу, а потом я займусь твоими дружками с полицией. И, кстати, где они? Так, черт, это все. Ой, какая хорошая травка. Чувак, ты и Тенпенник, к черту его польскую баланку, к черту вообще всю эту полицию, блин. Это все в прошлом. Посмотри, у тебя весь мир перед глазами. Я ни о чем не жалею, братан. Смог ты. Я сделал это, Си-Джей, я добился всего. Я неприкосновенный. Мне насрать на весь мир. Да что с тобой случилось, а? Эй, а какая нафиг разница? А, давай покончим с этим лучше. Ты напялил броню, Смоук. Я думал, что таким жирным гансы, как ты, она не нужна. Эй, я настоящая знаменитость в городе. Дофига бешеных тупоголовых пытаются убить меня. Кто-нибудь, помогите! Он броню надел. Поэтому... Блин, отличный вообще финальный босс. Он... Что-то он не сильно старается меня убить, знаете ли. Он что-то мало вреда мне наносит. Урон-то небольшой совсем. Да блин, он что спаунится, конечно. Блин, Смоук, ты был одним из моих лучших друзей детства. А ты все просрал. Променял дружбу на наркоту сраную. Дайте броню сюда. Что-то он убить-то меня не старается. Наверное, из-за оставшихся чувств дружбы, что ли. Да блин, вот откуда они спаунятся, а? Ну он что-то убегает от меня больше, чем стреляет. Да блин, ну откуда они берутся? Откуда они берутся, скажите мне? Вот они там сильнее пытаются убить меня, чем этот, чем Смоук. Эй, Смоук, почему ты кинул нас, а? Из-за наркотиков или чего? Меня слишком влекли деньги, власть. А, уже пофигу. А, мне плохо вообще. А. Почему ты просто не покинул банду? Мы же были как одна семья. Не было выбора. Я должен был это сделать. Я просто увидел шанс. Чтоб когда меня не стало, каждый запомнил мое имя. Биг Смоук. Какой конец. Карл Джонсон, мой мальчик. Я хочу тебя попросить об еще одной услуге. Ты убил Пуласки, а теперь жирного козла этого? Ха, да тебя не остановишь. Бросай пушку. Тебе не уйти живым. Ни за что. А где твой брат? Ты почему мне просто не выстрелил в спину, а? Страшно стало, да? Ну-ка, заткни свою пасть и давай грузи мне чемодан. Давай, торопись, а то мне некогда разбираться с тобой. Ну и как тебе, Тенпенни? Твои напарники сдохли. Никто не прикрывает. Дерьмово, да? С чего ты решил, что я один? Меня снаружи двое новеньких ждут. Я буду им медленно раскрывать глаза. Чуть-чуть здесь, немножко здесь. Ладно, хватит уже. Не надо на пожарку еще успеть. Да ты псих, у тебя вообще крыша съехала. Тебе хана. Сейчас полгорода ищет полицейских, чтобы их убить, Карл. Но я не хочу, чтобы меня кто-то вытащил из патрульной машины и забил до смерти. Во всяком случае, не сегодня. И что ты делаешь, на самолете сядешь? Ди-ди-ди-ди! Правильный ответ, Карл. Знаешь, когда-нибудь ты мне скажешь за это спасибо, что я тебе глаза раскрыл. Оу, чуть не забыл, Карл. Пора умирать. О, Свит! Что? Мона...
Это еще не все, Карл. Это еще не все. Карл, ты кусок говна. Кусок говна, кусок говна, кусок говна. Блин, ну и как я теперь выбираться отсюда буду? Эх. Грустная смерть, конечно. Одевай. Ну-ка дай сюда прибор. Чё это, батут у него, что ли, блин? Как он толстый такой прыгает здесь еще что ли? Ой, кошмар, какой я просто в шоке. Ну-ка. Да блин. Вы бы лучше бы выбирались отсюда. Тут пожар горит. Ну-ка, дайте пройти немедленно. У меня очень мало времени. Сдохните, сдохните, сдохните. Совсем Биг Смоук распустился. Живет как свинья в берлоге. На этом этаже полыхает пожар. Воспользуемся огнетушителем. В режиме ночного видения огонь выглядит видно хуже. Нет уж, переключаться я не буду. На самом-то деле... Ну-ка, дай сюда огнетушитель. На самом-то деле, даже без прибора огонь плохо видно. Мне его чуть-чуть получше видно, но все равно. Вот этот огонь я прямо и так вижу. Блин, за 5 минут надо выбраться из всех этажей. Вы бы лучше бы валили бы отсюда. А то сгорите, а то мы все тут сгорим с вами, и ты тоже. Вы, точнее. Нет, все еще горит. Ладно, пошли. Да блин, ну а сколько их еще, а? И откуда, кстати, я никого не вижу. А к черту. Да блин, ну, вот я не вижу никого, честное слово. Так, давайте пройдем. А, вот кто стреляет все это время по мне. Так, вот здесь, походу, придется выключить прибор, потому что тут вот можно на огонь наткнуться. И на самом деле тут такой дым, что все равно плохо видно. Блин, огонь тухнет долго очень. Да, тут дверь вообще огнем загородила. Ну же, тухни быстрее. Мне времени мало, чтобы отсюда выбраться. Это второй этаж. Мне на первый надо с трудом. Где прибор? Так, пушки нужны тоже. Ну,
судя по звукам, тут кто-то есть. Да, так и есть. Они тоже пытаются, кстати, пожар потушить, насколько я понял. Блин, вообще плохо видно из-за этого дыма. Хватит стрелять в меня, лучше спасайтесь. Хотя, что я говорю, им пофигу. Да блин. Что-то на этом этаже их вообще много. Опять прибор, наверное, выключить придется, потому что я ничего не вижу. А, к черту обойду. Мне всего минута осталась, давай быстрее. Вау. Я почти выбрался, кстати, уже. Блин, тут потушить придется, по-другому не выйдет. Часы никак. Минута всего осталась, минута, быстрее. Быстрее, тушись, тушись, тупой огонек. Нет, но до сих пор горит. Ой. Блин, где пушки-то нормальные? Я выберусь, ничего страшного, мне 20 секунд хватит, чтобы вылезти отсюда. Теппини, ты кусок говна, блин. Я не дам тебе уйти после того, что ты натворил. Свит, подожди. Блин, нафига ты запрыгнул туда? И как мне тебя поймать теперь? Тут повсюду вагасы, баласы. Они будут защищать Теппини и стрелять, и кидать в вас коктейли Молотова. Не обращаем на эти коктейли Молотова никакого внимания, просто спокойно едем. Я еще на твой труп пасу, Теппини. Эти коктейли Молотова никакого вреда нам не причинят. Если, конечно, мы не будем надолго останавливаться. А так просто едем и не обращаем на это никакого внимания. Да и машина у нас довольно прочная, кстати, к тому же. Си-Джей, сделай что-нибудь. Держись. Блин. Теппини не сказал, у него двое новых подручных. Ну, Эрнандес и Пуласки убиты. У него двое новеньких теперь. Блин, неужто Теппини настолько важный человек, что его баласы защищают? А, еще немного, и я не отпущу его ни за что. Не упущу. Блин, он офигел по путям ехать, что ли?
Ой-ой-ой-ой, осторожно. О! Блин, только бы не помешали бы мне другие машины. О, поймал. Так, ты садись за руль. Наступило время расплаты. Вот, двое его новеньких подручных, да? Двое новеньких подручных сдохли. Все. Дэнпенни во второй раз остался одиночкой, блядь. Ну, блин, полиция за нами гонится. Почему? Блин, Вагасы тоже заступают за Темпин. Да стрелять в них. Я, наверное, буду стрелять и не отпускать кнопку вообще. Эти чудики, это чудики из Вагаса. Оу, осторожней, блин. Впереди на мосту уроды какие-то опять. Блин, еще Вагасы на мотоциклах, блин. Зачем от нас надо, а? Темпи не защитить? Хе. Лучше бы вы бы этого не делали. Он вам ничем не заплатит за это. Может быть, и убьет вас сам когда-нибудь. Блин. Извините, но по-другому никак. Задавили членов своей банды, бля. Да блин, еще чудики на мотоциклах. Да блин, еще копы, ну сколько можно уже, а? Вот почему тенты не атакуют, никто нам не помогает, а? Все кончено. Мы остановим его. Больно стреляют по машине. Гори, 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 гори. Ой. Сколько можно уже гнаться, когда он остановится уже наконец, а? Все, он теряет управление. Подсказка, исчезни. Исчезни. Ну, подходите, придурки, я всех вас замочу. Вы мои. Я хозяин этого города. Эй, кто-нибудь! Полицейский ранен! Ну же, эй! Кто-нибудь!
Ай, козлы. Вы никогда не понимали, что я для вас сделал. 50 таких, как я, и этот город был бы в полном порядке. Я чистил этот город от дерьма. Я уже это сделал. И сделал бы это снова. Нет. Не надо. Он уже готов. Я просто хотел убедиться, что все кончено. Вот и все. Все окей. Не нужно в него стрелять. Он погиб в автокатастрофе. И никто не виноват в этом. Проехали. Все очень круто. Ты победил систему. Я 30 лет пытался это сделать, но это получилось только у тебя. Ты наш символ. О, спасибо, чувак. Я очень рада, что все закончилось. А что со Смоуком? Ты сам знаешь, что со Смоуком. Он смотрел на жизнь не так, как мы. Смоук? Смоук всегда держался в стороне, всегда думал только о себе. Это самая верная дорога в ад, чувак. Ну или 15 крошек плюс унесенных с колен. Может быть, поедим? Я не против. Прощай, офицер. Теперь, когда все кончено, мы должны оставаться на вершине положения. Держать все под контролем аккуратно. У нас проблемы в Лас-Вентурасе, проблемы в Сан-Фьерро. Это никогда не закончится. Точно. Но семьи снова встали на ноги. Нам надо быть начеку. На нас смотрят много людей. Ха-ха-ха, я пришел с миром. Мистером Догом, который хочет сделать заявление. Я имел в виду наш первый золотой диск. И я наконец решил ставить грудные импланты себе. О, да пошел ты отсюда. Ну, и что дальше? Думаю, нам надо нравиться в казино сыграть в кости судьи. Нет, сначала мы разгребем дела здесь. Мы отправимся на гастроли. У кого-нибудь есть салфетка? У меня из носа течет. У меня есть, вот. Я пас, пожалуй. Карл, куда ты намылился? Я собираюсь навидеться в квартал, посмотрю, что происходит. Ну что ж, друзья, на этом все. GTA San Andreas пройдено. Титры пошли. Что я могу сказать по игре? Игра, мне кажется, одна из самых лучших частей GTA. Может быть, даже и самая лучшая. Наверное, пятая будет лучше. Пятая все-таки там для приколов лучше. Физика. Но физика в GTA 4 лучше, автомобильная именно. А вот в стрельбе именно GTA 5 лучше. GTA San Andreas, она самая лучшая по сюжету. В ней сюжет захватывающий просто. Персонажи крутые. Три города. Это очень разнообразно. Это самая разнообразная часть, я бы сказал. Ну и самая длинная, наверное, даже. Ух. Персонажи реально классные. Жалко только, что Big Smoke после... предательство в конце первого сезона исчез и не появлялся до последней серии нашей. Вот Райдер, кстати, тоже один из главных персонажей. Вот был убит в миссии PER-69 и был упомянут еще в миссии АЕЭ Большой Бум-Бум. И больше он не упоминался и не появлялся. Это как-то очень странно. Почему у Свита не было вопросов, куда делся Райдер и так далее. Да, сколько человек делали эту игру? Вообще, слова, я просто даже не могу сосчитать. В общем, так говоря, что мы будем дальше проходить? Наверное, Vice City Stories. Надо бы Vice City пройти. Vice City Stories, даже не знаю, эмулятор, конечно, не очень... может что-то там тормозить, да и управление к тому же там неудобное. Но
Возможно, буду проходить. Посмотрим. Надо бы привет соседа еще допройти до конца. Ну что ж. На этом, наверное, мы закончим уже наконец-то эту игру. С вас лайкосы и подписосы. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал. И на группу ВКонтакте. С такими вот титрами я говорю всем пока.